Парк Победы планируют благоустроить к 9 мая. Здесь обновят пантеон памяти, входную группу, установят новое освещение. Уже сейчас в парке ведутся работы, чтобы успеть завершить их к праздничным датам. Пантеон памяти в Парке Победы открыли в 2011 году. Идея принадлежит тверским ветеранам. Он посвящен защитникам нашего города от немецко-фашистских захватчиков и символизирует благодарность тем, кто ценой своей жизни отстаивал свободу. На прошлой неделе в парке начали проводить благоустройство. Мы планируем освежить центральный вход в Парк Победы, также покрасить пантеон памяти, восстановить ступеньки, покрасить три звезды, монумент, который находится ближе к площади Пашвара. Масштабная реконструкция замены мраморных плит требует колоссальных финансовых вложений. Поэтому на данном этапе лестницу и имеющиеся плиты будут не менять, а ремонтировать. В будущем при наличии необходимых средств объем работ может быть увеличен, а сейчас идет подготовительный этап к очередному ремонту. Сотрудники парка просят самих горожан более бережно отнестись к сохранению пантеона, ведь это не спортивная площадка и не детская игровая. Почему-то думают, что пантеон – это место, где вот можно покататься на каких-то самокатах, велосипедах. А не для того, чтобы прийти и показать ребенку, что да, здесь были о героических каких-то людях и так далее и тому подобное. Кроме ремонта пантеона памяти и входной группы в Парк Победы, к 9 мая планируется установить линию электроосвещения вдоль вот этой аллеи. Раньше здесь никогда не было фонарей, а еще включить фонтан, который помнит разве что старожилы, и устроить новые клумбы.